что значит ощущение ближнего? Ощущение ближнего — это ощутить то, что находится в сердце товарища. Отсюда исходит вопрос, а что это за редька такая? Это я? Редька — это весь наш мир, который как редька. А мы как-то хотим выйти из него. И постепенно, потихоньку мы выходим. И когда высовываем голову из редьки, мы видим солнце, небо и все великолепие мира. А в этой редьке находится только человечество или вообще все творение? В этой редьке находится все творение. Тогда еще раз. А что отличает человека от животных, у кого нет ощущения ближнего? Что человек может подняться на уровень говорящий. Ну, это как бы понятно умом, но как вообще поверить, что мы вот так вот действуем среди товарищей, что я чуть-чуть приоткрою редьку, и я почувствую ближнего? Если ты хочешь постичь эту ступень, то ты работаешь с товарищами. Но ведь каждый в своей редьке. Так ты учишься с ними, разговариваешь с ними, соединяешься с ними, чтобы вызвать на вас свет, возвращающий к источнику, и так вы обнаруживаете, что вы находитесь в редьке, и то, как из нее выйти. Из редьки вылезаем по одному или вместе? Во взаимопомощи.